Привет всем, дорогие друзья! Спасибо, что вы с нами на канале «Рукой подать». Наше путешествие по Таиланду заканчивается, и этот выпуск будет одним из последних в сезоне. Сегодня мы с вами отправимся на остров Кулан. Мы с вами уже этот остров посещали. Выпуски об этом смотрите в этом же плейлисте или переходите по ссылке в верхнем правом углу. Но в этот раз мы хотим поехать на другой пляж острова, на пляж Самое. Оставайтесь с нами! Оператор сейчас везде меряет. Тоже меряет. Температурку смерили, дали антисептик на руки. Можем ехать. Мы бежали на паром 12 часам, и мы, надо сказать, успеваем. Ну, еще 10 минут. А вот все эти люди тут с нами. Все тоже поедут. Мы все успеваем. Моя это вот сюда ты хочешь, да? Отплывали мы стон. Да? А в прошлый раз мы по-моему были? Твоя. Теперь вот сюда. 300 бат аренда мотобайки. Ну, на день, я так понимаю. Мы идем на остановочку тук-туков, чтобы добраться до пляжика. Вот мы приехали на остров. Господи, на пляж. С вами сейчас будем определяться, где мы расположимся. Здесь вот сразу у нас идет зона Кафе. Дальше увидели обзорную площадочку, мы сейчас в первую очередь на нее сходим, потом уже определимся, где мы приземлимся. Площадки есть вот такая вот беседка. Можно посмотреть, тут вот идет куда-то дорожка, не знаю куда. Здесь вот тоже есть обзорная точка, не оборудованная. Вот мы на нее и пойдем. Большой, тоже метров, наверное, 400-500, да? Вот. Ну, сегодня очень море красивое, хорошая волна вот эта вот небольшая, такая приятная для купания и для игры деткам приятная. Ну, хороший пляж. Раньше все-таки, видим, какая-то отельная зона была, а сейчас она пустует. Просто вообще не пользуется спросом. Никого нет. Нету кокоса. А, арбуза нет. Майтай 200. Такой вот маленький, он был на носе крохотный. Да. Ну,
Ну тут все 150-200. Шоколада. Арбуз 150 тут принесут, нарезанный на кусочек. Как-то 20 стоит, короче. Ну понятно. Остров. Тут завтраки. Тайский салат. Супчики. Суп 200-300 ватт такой вот большой суп. Шезлонги бесплатные, вот если ты их берешь при кафешной зоне, если ты потом здесь пообедаешь. Мы решили именно так и сделать, маленький какой-нибудь обед здесь. Возьмем, например, супчик какой-нибудь, потому что все равно уже через пару часов есть захочется. Хотя я уже говорила, что... Вот, хотя я уже говорила, что мы приспособились не обедать, потому что очень не хочется на жаре. Вот. А вот те шезлонги, которые стоят отдельно, не в зонах кафе, они стоят 50 бат. Ну, соответственно, из этих же кафе можно заказать напитки. Здесь вот прайс у них есть. Вот я взяла апельсиновый смузи за 50 бат. Ну, тут они любые по 50, да, примерно, разные. Вот менюшка, давайте посмотрим, что здесь есть. Разный коктейль 150-200. Пиво, вот Силх от 70 до 120, Чанка от 60 до 100, Хайникен 80-140. Ну, разные лимонадики, 80. Кокос кончился. Жареная рыба, она идет по весу, 1200 бат за килограмм. Лобстеры и лангусты, 600-1200. Блюда из морепродуктов, комбо 1800-1200. Здесь крабы 500 маленькие, 1000 большие. Ну, везде так вот. Крабы тоже хороши. Видите? 200-300. Креветки 400-800. 400-800. Thank you. Кальмары по 300. И супчик. Жареный рис с курицей и овощами. 150 маленькая порция. 300 большая. Салат по 100-150. И вот большой традиционный тайский суп вот с креветками и соусом. 200-300 бат. Очень хорошо. Вот мы, наверное, такое поедим. Я вот хотела бы. Мы еще в этом сезоне с тобой не ели такое. Арбуз 150-200. Ананас 150-200. И микс 150-200-300. Хорошо, слушай. Смузи? Ну, лед. Лед с ягодой. Вкусно, на жаре вообще хорошо. Ну что, давайте пройдемся по пляжу, посмотрим, как тут у нас дела. Нам на самом деле чисто визуально пляж очень нравится. Мы заняли вот такие лежачки. Как я уже говорила, если обедаешь в кафе, то лежачки бесплатно. Море сегодня с небольшой волной. Давайте к нему подойдем. Очень чистая. Немножечко в прибое она, соответственно, сбивается с песком, когда подходит. Поэтому чуть-чуть здесь она получается темнее. На самом деле она просто лазурная. Удивительного цвета, приятного, очень прикольная. И, конечно же, она безумно теплая. На улице сейчас, наверное, градусов 35-37. А вода, наверное, градусов 32. Я так говорю по собственным ощущениям. Она вот чуть-чуть прохладнее температур тела. Здесь вот конец пляжа, он тоже очень красивый. Девчонки фотографируются здесь вот на камушках. Камни ровны, без ракушечника, поэтому можно залезть и получаются прикольные снимки. Они достаточно скользкие, лезть лучше в обуви.
относительно огороженного пляжа, который заканчивается буйками. Там очень все чисто. Но вот чуть-чуть отойти, и уже чистая зона заканчивается. Здесь никто не убирает. Я, в общем-то, дошла уже до конца пляжа. С этой стороны уже все, ограничительная зона. Такой вот маленький пляж. Дальше идет уже немножко другая зона. Не знаю, смогу ли я туда пробраться, потому что я пошла босиком. Там камни все больше и больше. Можно присесть и вот так смотреть на море. Украшали это дерево. Дошла до какого-то маленького домика. Здесь какой-то мостик. Он разрушен и даже может быть специально убран на доски, чтобы не лазили люди. Вряд ли я туда смогу попасть. Не допрыгну. А вот пляж наш. Очень красиво. Я все-таки залезла. Хочу пройти по этому мосточку туда вот дальше. Она тут, видно, достаточно заброшенная. Здесь уже видно вот что-то рыбацкое, морское. Тоже нет ступенек. Ну, видимо, чтобы не лазили. И дальше еще чуть-чуть продолжается мостик, но я уже туда не полезу. Вид здесь, конечно, красивый. Очень прикольно дойти. Вот собака пришла. Они здесь ракушки собирают и моллюсков. А что, правильно, ведерочко наковыряли? За 100 ват порцию продали. Хороший бизнес. Касается инфраструктуры.
которая что-то должна вам сказать еще. Ограничена вода. Здесь нигде не получится, чтобы воду вам пустили из крана. То есть вот туалет 10 бат, душ 30 бат. Но это платно, потому что, я так понимаю, на острове проблемы с водой. А на Тавайене, когда мы были на пляже, там было 50 бат, чтобы включили воду в душ. Но и она, соответственно, льется ограниченное время. Достаточно сейчас пустая, вы видели много пустых столиков. Здесь вот уже, я так понимаю, на парковку выхожу. Там вот домики есть, может быть, там можно остановиться. И, в общем-то, все. Больше тут вокруг пляжа и нет ничего. Ну, красивенькие места, вот эти вот везде, конечно, цветы, деревья красивые. Так-то хорошо, и с учетом того, что народу действительно сейчас не очень много, несмотря на, так сказать, немножко напряженный фон с вирусом, у нас очень хорошо прошел и проходит, еще продолжает проходить отдых, потому что, ну, нет народу, это очень лайтово, ну, это очень кайфово, что нет народу, потому что мы, конечно, тоже помним времена, когда ты приезжаешь на пляж и... Ну, ты выбираешь себе лежаки, чтобы они у тебя были там два вдвоем, грубо говоря, чтобы просто лечь рядом. И это не всегда просто сделать, ну и понятно, что они при этом платные. Сейчас чувствуется такая расслабуха. И тайцы, конечно, уже хватают за локти гостей, настойчиво зазывая в свои заведения. Ну, тут это не противно выглядит, потому что тайцы вообще не такой народ. Они, как сказать, настолько мило просят, они прям... настолько искренне приглашают, но чувствуется, что, конечно, денежки-то, как сказать-то, приходят в меньшем количестве, сильно в меньшем. Здесь вот тук-туки, чтобы поехать назад. Портрет короля, как принято. Ну и все, мы с вами возвращаемся, в общем-то, уже на конечную точку.